5 декабря на период подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных годовщине подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, будут ограничены движения и парковка всех видов транспорта на площади Михаила Тверского. В связи с этим нельзя будет припарковать личный автомобиль с 6 утра и до 14 часов от улицы Советской до улицы Вольного Новгорода. По улице Андрея Дементьева на участке от улицы Советской до улицы Рыбацкой. Руководителям транспортных организаций и предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями.